Люберцы вновь стали площадкой проведения крупного спортивного турнира. На этот раз в городском округе прошло первенство по художественной гимнастике среди младших разрядов на призы главы муниципалитета Владимира Ружицкого. За выступлениями юных спортсменов наблюдали мы. Последние наставления перед выходом на ковер. Каждая из своих воспитанниц у Ангелины Царевой индивидуальный подход. Кого-то нужно просто подбодрить перед выступлением, а с кем-то отрепетировать отдельный элемент. На площадку приглашается Геворгян Полина, люберцы. Полина Геворкян – одна из семи подопечных люберецкого тренера, которые представили городской округ на первенстве. Выступление позади, остается только ждать результат. Я бы хотела занять первое место. Тут медаль побольше и вот старание. Полина очень трудолюбивая. Если что-то не получается, она будет идти до конца. До конца будет делать, 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 не уйдет из зала, пока не получится. Вот это самое главное. Если есть трудолюбие, то будут и результаты. Таким качеством обладает, пожалуй, каждая из этих девочек. Иначе выполнять сложные трюки с такой ловкостью и легкостью невозможно. 150 самых юных и успешных спортсменок из Москвы и 10 городов Подмосковья показали результаты своих трудов. Равновесие – это самое любимое мое. Художественная гимнастика – там такие красивые купальники. И растягиваться не очень уж больно. Я сначала ходила на балет, а потом в гимнастику пошла. Еще я уже выступала. Какие места занимала? Первые, вторые, третьи. Один раз бывало, что пятые. Самым маленьким участницам первенства всего 4 года. В Люберцах соревнования среди малышей прошли впервые, но они уже закрепили за собой право стать традиционными. Ведь художественная гимнастика пользуется в регионе огромной популярностью. У нас в Московской области культивируется в 38 городах художественная гимнастика. Вот у нас будет 22-25 октября первенство Московской области. Но не знаю, там будет доходить до 500 человек из всех городов Московской области. Также и из Люберец. Первенство по художественной гимнастике – своего рода показательное выступление. Именно на таких турнирах выявляют перспективных спортсменок. В каждой возрастной группе определят 6 лучших гимнасток. Но организаторы соревнований предусмотрели подарки и поощрительные призы для всех участниц. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.